Андрей, нам надо что-то срочно найти. Понимаешь, да? Например, смертельную участь. Нет! Нет! Парни, маньяки уже выходят через 10, маньяки, а уже через 4. Маньяки, потому что у нас два маньяка. А это портовые шлюки у нас. Паша, что ты ищешь? Пошли сюда. Я сейчас Джонни из тебя. Не надо. Я Флэк Джек Воробей, меня нельзя трогать. Звучит нормально, кстати, Флэк Джек. Ой, вот, смотри, вон они, вот эти вот осьминоги. Капитан Флэк Джек Воробей, не забывай. Ты вот это зачем делаешь, Паш? Ну сейчас будет видно. Не, ничего не видно. Хотя, ладно, хотя там Андрей с Серегой, они такие еще маньяки, поэтому вряд ли нас найдут. Олег, а можно я тебе вот здесь вот еще одну дырочку сделаю? Смотри, я вот смотрю прямо на... Джонни, а тебе нормально там? I got all my mind. Ой, Паш, ну это плохо, это плохим закончится. Паш, это реально да плохо. Да в смысле ты туда? Ладно, одну секундочку. Не-не-не-не-не-не, Паш, ты куда вышел? Ребят, вот сюда, иди вот сюда. Нет. Я так и знал, что нельзя доверять Джеку Воробею. Джеку Воробею. Да отвали от меня, Паш. Воробею. И Воробей. Да ты прикалываешься. Я не видел ничего, не тупые. Тихо, спокойно. Ребят, прыгайте в угол кого-то. Вот. Да ты, тише, я сказал, стой, ничего не говори. Блин. Да ты куда пошел-то, а? Не, ну, пацаны, у вас просто ноль шансов, реально тупо ноль шансов. Zero. Понимаете, вы не найдете нас. Лорел. Потому что вы тупые. Лорел. Так, ребят, а что слышите, я не Лорел. Олег, давай здесь запрячемся. Подожди, а это откуда у тебя? Да не стреляй, ты это только что спалил у меня! Нет, стой. Че? Олег, а давай их убьем. А, блин, я думаю, это Паша. Нет. Уйди. Там догоночка пошла. Паша, ты вот это все делаешь. Понятно, я читер, а Паша спалился щитами в CSGO. Тихо. Нет, я не читер, я не троллин CSGO. Я в воде, помогите! Вообще акулы нахуй. Иди кто-нибудь спасательный круг, пожалуйста! Спасательную шлюпку. Паша, блин. Не-не-не-не-не-не. О, бать, на абордаж нахуй взяли. Олега. Пожалуйста! Пожалуйста! Дай крыса это. Сука, куда? Да ну! Куда он ушел? Стой. А куда это вы пошли, господа? Хватит стрелять. Не помню, что здесь было. О. Сука, миллион нычек понаходил. Я хуею с этого Олега, блин. Спокойно, все под контролем, пацаны. Все под контролем. Мне кажется, он на этой карте сейчас РПГ заспавнит, блин, и будет. Не-не-не-не-не-не. Будет под себя просто стрелять. Ну че вы там, а? Ну че, не догнали меня, да? В смысле, там по нам из пулемета стреляли, конечно. Так я ж не просил стрелять по пулемету. А, да, не просил, я тебя вышел. Давай тогда кильнем того, кто... Давай, Андрей, калаш тебя достал. Так убейте его, только не, нормальным способом убейте. Ну давай, посмотрим. Ни хрена остановился. Ну какой ты 200 IQ. Ой. Нет. Ой, мама пришла. Нет. Где он? Ебать, акула! Нифига себе! Вы чё пугаете так? Нет, стой! Да блин! Олег на абордаж! Да какой апартамент, пацаны? Землю! Землю вижу, пацаны! Ты сейчас землю жрать будешь, слышишь? Ну давай, иди сюда! Давай. Варбариска ты такая, давай. Подойду, да, и что ты мне сделаешь? И что, а вот ты мне что сделаешь? Я щупальца возьму, ауф покажу. Давай. Олег, ты где, мы не понимаем. Да я наверху, нормально, у меня все под контролем, погоди. А, да? Это да. До поры до времени, Олег, ты понимаешь? Нет! Да подожди! Это нечестно. Как забраться? Лови! Не надо ловить! Лови эту шлюшку, маленький. Эй, ты сука. Чё, всё что ли? Это всё? Да. Это всё, на что вы способны, пацаны? Да, Олег. Да, всё равно они всех поймают. Куда ты кругами пошёл, Олег? Какими кругами? Нету никаких кругов! У меня вообще нормально. Здравствуйте. Ни хрена, попал, не да? Понял. А чё Андрей не умирает? Не понял. А чё он не умирает? Я не понял, Андрей, это что такое? Бежи. А чё, а где Паш там ходит? Олег, как выйти, как пойти? Вот тут. Да, вот тут. Кто дерётся, но?
Подожди. Оп! Безумно важно быть... Ха! Я ушел оттуда, Джонни. Да, ушел? Ой, бля. Да, ушел. Да, ушел. Да, ушел. Да, ушел. Привет. А давай я тебя не буду убивать? Давай я отведу тебя, коллегу. Олег. Давай. Как там, как ты мне попал? Чего? Да никак! Он, короче, где-то вот здесь сидит, вот там вот. Я понимаю. Да нигде меня там нету! Он наверх, вот он наверх вышел, вот он, привет, привет, привет. А, он вышел, да? А, вот. Он залез. Вы нафига палите мои дычки? Вы нафига это делаете? Шуровородая. Заныкался, все. Так, парни, мы на нижней палубе, тут есть, типа, койки такие, типа, да, поняли, да? А там есть это, YouTube? Netflix, это Netflix and chill у них происходит. Да, да, примерно как-то так, примерно. Мы реально говорим на нижней палубе, спуститесь вниз, я вам отвечаю. Я-я-я-я-я. Не, ну нам по кайфу вообще тут. У нас только Ром. О, Ром, реально, ага. Здорово, пацаны, здорово, привет. Здорово. Ром. Не залезешь сюда. Они там, да? Не-не-не-не. Э, ты вот так. Ну они на койке оба, эти, два, блядь. Я так и знал, что все... Я только женщин уже не видел, знаешь, только в море находимся, да? Я так и знал, что все пираты. Только знаешь, сколько мы в море-то находимся, уже сколько лет... Это не повод. Вокруг одного острова, реально можно понять. Так у вас там русалки, хуй знает, что еще всякие. Андрей, нам надо что-то срочно найти, понимаешь, да? Например, смертельную участь. Нет! Нет! Лови его на... Вы что делаете? Вот и гэнгбэнг, как и хотел, в принципе. Вы что пугаете так? Йо-хо-хо! My pirates and girls and... What the fuck? Fucking idiots. What the fuck? Это как я так оказался? Ну давай сюда иди. Щит! Через щит не получалось бить, прикинь! Я не мог щит пробить, а куда ты улетел, Паш? Ты офигел? А он на дне. А что это было? Он на дне. Вот еще, вот еще. Обезьяна, что ты хочешь-то, блядь? Так, подожди, надо. Он на нижней палубе. Подожди, я вижу здесь кто-то сверху. О, спасибо. Стой. Сука, я тоже вижу. Он что? А где? И за стеночкой где-то. Опа, текстурку видел. Так. Подожди, тут еще одна текстурка. Не понял. Оп. А там еще одна текстурка, как я понимаю. Да стой, вот тут кто-то же есть. Опа. Так я нычку в нычке нашел, Олег. Ты куда, блядь, он девает? Как залезть сюда? Я же вижу, что там что-то есть. Я тоже вижу. Да откуда по мне кто-то стреляет? Так. А ну! Ай, ты Джонни. Здравствуй. Опа, снайпера слышу. Ааа, вот он где. Ну-ка сюда иди. Бежим, Боря. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Боря, бежим. Сейчас Боря, блядь, кастрирую нахуй твоего Боря, блядь. Да беги прямо, ты телепортнёшься. Въебало выстрелили. Где он? Где? Внизу. А почему он в разных позициях телепортируется постоянно? Это странно вообще. Олег, у вас все получится его найти никогда не в жизни? Я слышу, кто-то бегает. Это я! Все, Андрей, стой здесь, если что, я тебе скажу. Йети. Закрой. Я боюсь. Так, дверь закрыта. Я слышу, где-то дверь. А может это... Ща. Давай неги. Я подозреваю, где он может сидеть. Да! Подожди. Куда ты уронил? Сейчас, давай его так. Вот так, сука. Да где? Я не понимаю! Все, попростреливай, подожди. О! Нашел его! А там отвалил от меня. Все! Где отсюда давай? Пьяница-то такая, пиратка. Давай последнего. Где он, сука? Сережа! Вы где? Сережа, я видел где-то. Вот так пошел. Он у меня. Стой, я походу знаю, где Сережа. Он не уходил даже. Он бочка? Не-не-не-не-не, сори. А чьи-то руки здесь летают? Мне кажется, где-то вот тут. Под водой? Нет, его там нет, он не там. Сразу скажу. О, чьи-то руки. Это мои, что ли? Да, он в нычке сидит, а не под водой, я сразу вам говорю. Ладно. Валик, у нас минута, у нас целая минута просто. Подожди, Серег, информацию дайте хоть какую-нибудь подсказку. Доложите информацию. Там, где казарма, кровати вот это вот. Там куча кроватей. Там, что ли? Опа, сейчас на изи. Давай, пошли. Ехало. Пошли сейчас просто за этим ложком, сейчас быстренько его разбреем, и все. Эй, ну-ка просто перекличка. И где он? Да, в этой комнате он здесь. Вот, да, за этой стеночкой. За еще одной стеночкой там, еще одна стеночка. Да, еще одна стеночка. А второй стеночки нет. А-а-а! Есть! Фига себе, что нашел. А, есть! Опа. Здорово.
Опа! Ноускоп! Ну привет, Сережа! Ноускоп! На! Это что убили? Ну что ж, на этот раз мы не будем кормом для рыб, да? Олег, быстрый маньяк, смотри назад, Олег. Эй, иди отсюда, давай, иди отсюда, какой быстрый маньяк. Быстрый маньяк, Олег. Это а экстра... мы быстро на диком западе или что? Это турбо-раунд, Олег. Какой турбо-раунд? Ты слышишь, ты сейчас будешь обедом в ресторане китайском, японском, да похуй, какому-нибудь азиатском. Олег, хватит бегать со мной, хватит, уйди! Hello, what's going on? Олег, это хватит преследовать меня! Это турбо-раунд. Могу прямо сейчас тебя нахуй. Да я думал, ты в телепорт залезешь! Я, бля, а там нельзя! А, ну пизда. Как ты что так в окно пролез? О, щит. Подожди, а где Паша? Чё Паша? Олег, тебе пизда! Паша в дыму! Я так немного проспойлерил, знаешь, Олег. Какой нафиг турбо-раунд?